Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Спасибо, что воскресный вечер вы посвятили клубу Козлова и вы выбрали клуб Алексея Семеновича Козлова. Мы его тоже выбрали сегодня. И пока ребята настраивают новейшие гаджеты, я не буду много говорить и скажу, что мы начнем наше выступление с такой сказочного блока. Будет прозвучать две композиции, которые одна плавно перетечет в другую. Первая называется «Сказка», а вторая «Небылица». И за барабанами сегодня, впрочем, как и всегда, Игнат Кравцов. На электрическом басу Антон Ревнюк. Меня зовут Евгений Лебедев, и наслаждайтесь вечером, а мы попробуем помочь вам в этом. Thank you.
Thank you.
Вам хорошо было слышно, Игнат? А вот ему плохо вас. Игнат Кравцов. Спасибо. Мы продолжим с композиции, которую написал наш замечательный контрабасист-бас-гитарист Антон Ревнюк. И композиция называется «О лете».
Это было о лете. Спасибо вам, что вы не жалеете ладошек. Антон Рубин, автор композиции. А сейчас мы с удовольствием сыграем не нашу композицию. Бывает, что мы не наши играем, с удовольствием тоже. Это композиция великого Антонио Карлоса Жобима. Кстати, кто-нибудь из вас знает, что такое хроматическая гамма? Кто знает, поднимите руки. Ну вот все знают практически, да. Ну, в общем, хроматическая гамма — это самое скучное, мне кажется, что может быть в занятиях на музыкальном инструменте. Но этот гений из хроматической гаммы создал прекрасную музыку. Называется она «Зингара».
Обычно играем, но вы нас вдохновили на это. И мы продолжим с композиции, которая сама за себя говорит своим названием «Море».
Спасибо, это было море. А сейчас композиция. Кстати, если вдруг вам что-то из сегодняшнего понравилось, то у нас с собой есть диски. Много из того, что мы сегодня играем, записано на этих дисках, но не просто так, а со струнным квартетом. То есть это еще гораздо больше впечатлений. Хорошо сказал, мне нравится. Больше впечатлений. И сейчас мы попробуем еще больше впечатлений принести вам всем и нам, надеюсь, и исполнить композицию под названием «Рваное танго».
барабанное танго. Честно вам скажу, мы никогда его еще настолько не рвали, но появление в нашем ансамбле Игната Кравцова это всегда получается. Игнат Кравцов, барабан! Я думаю, вы оценили его экскурс в историю барабанов, которую можно было прослушать в его соло, начиная, наверное, от 20-х годов до современности. Можно похлопать еще раз, почему нет? Ну, время уже становится позднее, и мы сыграем для вас колыбельную. Но это еще не последняя песня, колыбельная. Нет. Ну ладно, все равно сыграем колыбельную. Подождите, колыбельную мы ближе к ночи сыграем. А сейчас мы сыграем композицию. Это композиция, именная композиция Антона. Мало кто удостоился честью играть композицию собственным именем, а у Антона это и есть композиция. Я специально написал ее для нее, называется «Для Антона». Для него! Для Антона! Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это была «Колыбельная». И в завершении сегодняшнего вечера мы исполним композицию, которая называется «С востока на запад». We'll be right back.
Кузнецов барабаны, Антон Ильев под гитару, Леонид Евгений Лебедев. И у нас с собой диски, если вам всегда понравилось. И отдельное спасибо нашему другу режиссеру Никите Крылов. Вот его не видно, но можно увидеть. Никита, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, что вы продолжаете хлопать. Это всегда приятно. Открывать не будем. Одну колыбельную мы для вас сыграли. Но у нас больше нет запаса колыбельных. И мы сыграем композицию, более известную в около-роковых кругах. Я думаю, вы ее узнаете.
Все, хватит, нет. Нет. Нет и нет. На самом деле, спасибо огромное. Конечно же, да. И мы сыграем еще одну композицию под названием «Нет слез».